саженцы гортензии крупнолистовой Рембрандт мультиколор, хидранжа макрофила, Рембрандт мультикала, высаживают на солнце и в затененных участках клумбы. Культура прекрасно растет в контейнере на лоджии и в квартирных условиях. Высота кустика на клумбе – до 1 метра, в домашних условиях – до 60 сантиметров. Распускаются нежно-салатовыми бутонами, позже лепестки приобретают насыщенный розово-красный оттенок. Многолетний кустарник не требует сложного ухода, главное – садить в богатую дренированную почву без добавления извести, вовремя поливать. Если гортензия растет на участке, перед зимовкой ее укрывают. Гортензия крупнолистовая Рембрандт мультиколор – это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, газонов. Гортензия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола гортензия крупнолистовая Рембрандт мультиколор можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – низкорослый. В качестве места выращивания гортензии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает гортензия крупнолистовая Рембрандт мультиколор в месяц июль-август. Интересные цветы гортензия могут быть до 3 см. Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный. Обратите внимание, что гортензия крупнолистовая Рембрандт мультиколор, самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.